Всем привет, с вами Ливерпуль Фан Канал, и сегодня поговорим о игроках, которые проводят свой лучший сезон. Константинос Симикас. Симикас проводит свой лучший сезон в карьере. Сделал 5 голевых действий в сезоне во всех турнирах за Ливерпуль и сборную Греции. Герой кубковых матчей. Часто создавал моменты на победные голы. Хорошо заменял Робертсона в ЛЧ и АПЛ без потери качества. Прошлый сезон грек пробыл на скамейке запасных, но как показывает этот сезон, он освоился в команде и в полной мере влился в банду Клоппа. Джордан Хендерсон. Хендерсон в этом сезоне, несмотря на травмы, проводит один из лучших сезонов в карьере, возможно и лучший. За сезон у него 11 голевых действий за Ливерпуль и сборную Англии. Это для него, безусловно, лучший результат за карьеру в Ливерпуле. Сам Хендо стал играть более важную роль в Ливерпуле и раскрылся на 100%. Жоэль Матип. Матип проводит лучший сезон за Ливерпуль. Средняя оценка за матч 7,5. Это один из лучших результатов для Ливерпуля в этом сезоне. Матип стал играть свободнее и стал активнее пользоваться дриблингом. Он круто продвигает мяч. Один из лучших в этом сезоне по этому показателю. Почти не проигрывает воздушные единоборства, крут в перехватах и отборах. Пара Вирджила Матип выглядит железной, но при этом еще и забивает уже 9 голов на двоих во всех турнирах. Единственный минус — это привозы Матипа. Но это мы ему простим. Трент Александр-Арнольд. Трент проводит лучший сезон в карьере. Сделал 20 голевых действий во всех турнирах за Ливерпуль и трех львов. Трент играет главную роль в создании атак Ливерпуля и часто дает последний пас. В этом сезоне он прибавил в обороне и в атаке. Прогресс на глаза. Клопп отдал ему роль главного плеймейкера команды, а Трент отвечает тренеру результативностью. Мохамед Салах. Мо, пожалуй, главная фигура Ливерпуля этого сезона. И лучший игрок мира прямо сейчас. Почти 30 голевых действий в АПЛ. Это только в АПЛ. А во всех турнирах за сборную и Ливерпуль он уже наколотил 29 голов и отдал 12 голевых передач. Несомненно, лучший сезон Мо в карьере, по окончанию которого он может получить золотой мяч. У Мо уже был похожий сезон, но тогда всего за 36 матчей он заработал 43 полезных действия по системе Go Plus Pass за сезон. А в нынешней ситуации у Салаха еще полсезона. И дополнительное место мы выделили Фабинию, который проводит лучший сезон за Ливерпуль с момента перехода из Монако в 2018. Клопп стал больше доверять Фабу, и он оправдывает это званием лучшего опорного полузащитника лиги. На счету Фабинию 7 очков по системе Go Plus Pass. Он стал более уверенным и умным игроком, чем приходил к нам. Идеальная прессинг-машина всех атак команды АПЛ. Не раз спасал Ливерпуль от голов. И как обычно, с вами был Ливерпуль Фан Канал. Если хотите поддержать наш канал и помочь ему быстрее развиться, ссылка на донат в описании. Также там есть ссылка на наш инсту и телеграм-канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока!